Сотрудники уголовного розыска задержали мастеров по изменению ВИН-номеров автомашин. Подозреваемые оказывали услуги по изменению идентификационного кода угнанных автомашин для их легализации. Незаконной деятельностью занимались двое жителей Кушинского района. По данным МВД, махинации они проворачивали на одной из автозаправочных станций в Карабадахкенском районе. Стражи порядка задержали подозреваемых с поличным при проведении работ по изменению маркировочных обозначений на автомашине ДАФ. Мужчины доставлены в отдел полиции. Скажи, пожалуйста, в этом цеху вы чем занимаетесь? В цеху здесь ходовые делаем, сварочные работы делаем, колодки поменяем, амортизаторы. Ну, по мелочи, по ходовкам делаем основную вот здесь работу. Какие машины? Здесь фуры заезжают, основные фуры, прицепы фуры заезжают, их делаем.